Доброе утро! А у нас сегодня выпал снег. И Саша его чистит с машинки. Спасибо, молодец! Привет! Пока мои чистят, я вам расскажу, куда мы сегодня собрались. А мы собрались в лес, наконец-то, за елкой. Елку не можем уже, целую неделю не можем купить елку. То одно, то второе. И решили поехать за елкой в лес. Мы не будем ее вырывать, не думайте. Мы не такие. У нас просто с Димой есть знакомые, которые... У них свой лес. И они нам дадут вырубить какую-нибудь елочку. И мы ее поставим во двор. Теперь Дима чистит машинку. Мы с Полей только что сняли на ее канал идеи новогоднего маникюра. Такая вот у меня красота получилась. Вот. И поедем, заодно подышим, погуляем. Сегодня воскресенье. Класс! Ну все, мы едем в лес? Да. Зачем мы едем в лес? За елкой! Ура! Так, что папочка купил нам? Гнущуюся елку. Гнущуюся? Почему гнущуюся? Она металлизированная, что ли? А! Смотри, как классно. Она гнется. Этой веревкой мы привяжем что? Сашу. Сашу? Елку привяжем. К чему? К Саше. К Саше. А к чему? Ну, к кошельку. К кошельку? К машинке мы привяжем. Вот, Поля держит. Куда ручки. Ну, пап, рассказывай, куда мы едем? Мы едем в сторону Бежецка в лес. У нас там есть знакомые в лес ходят, поэтому будем рубить елку полуофициально. Почему было официально? Сначала срубим, потом документы сделаем. Это же Юля. Девчонки, мальчишки, та-да-та-да-та-та. Родители, та-да-та-та-та. Вкусную сосиску, та-да-та-та-та-та. Отведать не хотите ли, та-да-та-та-та-та. Вкусную сосиску давай скорее нам. Мы ее съедим. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вы поняли, мы уже проголодались по дороге. Приобретайте печеные сосиски. Ой, а пахнет неимоверно вкусно. Мы решили, чтобы не замерзли суп, перекусить. Приятного аппетита! Мы приехали на базу. Думали, что сейчас романтично. Пойдем в лес. Будем рубить елочку, выбирать ее. А нам ее уже срубили. Классная елка. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая красавица. Большая. Я вам сейчас покажу масштаб, чтобы вы понимали в сравнении с нашей машиной. Вот такая вот елка. Я не знаю, как мы ее повезем. Дима хочет ее маленечко отрубить, потому что иначе мы ее просто не сможем на машину засунуть. Дети уже носятся вокруг нее. Елочка, елочка, ваш аромат. Бегает вокруг елочки. Вот такая красавица. От нее запах такой, прям вообще класс. Сейчас мы оформим документы и поедем домой. На улице, кстати, 0 градусов, но чувствуется, как это, как 7-15. Видно, сыро очень. Елочка, елочка. Ой, класс. Смотрите, какая красивая. Ой, красота. А еще хотим зайти в лес туда сходить. Вот туда в лес. И срубить буквально там пару лапочек сосновых. С Полиной засунем в вазочки такими коротенькими веточками. Просто для такого, для аромата. Да, Полиш? Да. Что да? Не знаю, что, ну да. Ну что, пап, где твой топор? Топор по сравнению с елкой кажется маленький. А? Ну расскажи, что ты будешь делать, чтобы мы увезли эту елку. Укорочу. Так, дети, отходите. Вот нам и веточки, мама. А, вот, кстати, веточки, правда. О, нам больше ничего не надо. Правильно ты, Паджи, говоришь. Молодец. Вот как папа топорит. Как Саша говорит, топором топорит. Вот, и нам нужно еще будет две досочки сейчас откуда-нибудь здесь своровать. И папа сделает нам крест для елочки, да? Гвозди еще купить нужно будет в магазине. Во, Поль, это складываю в багажник. Давай я вам багажник открою. Нам все не нужны. Вот нам две вот эти веточки вполне хватит. Так что клади их целиком прям.
Давай три кладите. Забор украсим, там что-нибудь украсим, найдем. Я полетела. Ворона летит. Только Саша глаз не выколи. О, сколько у нас лапочек еловых. Пахнет. А, освежитель для машины. Сейчас нам отпилят елочку. Ух ты, Саша, что это делает дядя? Как ножом по маслу, да? Красота. Дровишки. Покажи. О. А давайте зимы в камин положим. Понюхай. Пахнет? Да. Все, ждем, когда нам оформят документы на елочку. А пока, внимание, чем занимается моя любимая семья? Декорируют сугроб оставшимися веточками. Что, у вас будет спектакль? Поля? Поль, ты где там? Я пробовала. Это куда лес для спектакля? Да. Смотрите, кого мы нашли. Щенков Алабая. Какие красавцы. Только какое-то освещение здесь зеленое, непонятно. Хорошие малыши. Классные. Какие вы классные. Ой, попа виляет. Кто попа виляет? Кто попа виляет? Нос. Ой, какой нос. А где мамочка ваша? Нету мамочки? Нет, два щеночка только. Какие сладкие. Мы уже едем домой, взяли документы. И сейчас мы проверим, остановят ли нас елкой гаишники. Я думаю, что гарантия стопроцентная, что остановит. Ну что, проверочка прошла. И 200 метров не отъехали, как доблестные сотрудники ДПС рассказали, что нам идет операция «Елка». Вот, а у нас елочка-то что, не ворованная? Да, купленная. Купленная? За 0 рублей. Как бы. Ну все, теперь можно спокойно ехать домой. Зимним лесом. Полечка там дремлет у нас сзади. Саша играет моим телефончиком. Я чуть-чуть разлохматилась. Все, Димочка побежал, сейчас купит гвозди, чтобы сделать крестик под елку. И все, и мы едем домой. Покушаем и никуда не расходитесь, потому что мы еще покажем, как мы эту елочку нарядим. Ну что, мы уже опять вышли гулять? Да. Давай, скатывайся с горки, как ты катаешься? Мы купили Поле с собой в лагерь такую ледышечку, ледяночку. Ну-ка, покажи, как ты на ней катаешься. Давай скорей. На старт. Внимание, марш. Давай, покажи-ка нам. Скорей. На улице уже темнотища. Поль там что-то ковыряет, и мам Демс отковыривает. Ну давай, съезжай. Во, папа снега туда еще навозил. Давай, ну-ка, съедь-ка. Папа, молодец, сколько снега навалил. А ты что на ней-то не поехал? Тьфу на тебя. Так, Саш не захотел. Давай, Поля съезжает. 3, 2, 1. Ю-ху! О, клёво как. Молодец. Ну, папочка, рассказывай, что делать будем. Я вот обозначила эпицентр, где будет стоять елочка. Что ты будешь делать, Дима? Крест с иконами. А что ты сейчас? Поля, отойди, видишь, щепки летят в эту сторону. Глаз сейчас тебе отлетит. Сашенька, не подходите близко.
Папа тут опять топорит. Папу хлебом не корми, дай потопорить. Червяк наш. Русские мастера умели топором топорить. А ложку сможешь взять из дерева? Ложку можно отрезать. Я чувствую, это надолго. Пойдемте пока поспим. Итак, проходят заключительные работы по установке елочки. Дмитрий Александрович забивает один из последних гвоздей. Мам. И вот она нарядная. Почти. Так, трюк исполняется впервые. Во, ничего себе, как высоко. Смотри, какая большая у нас елка. Не упасть бы. Вот вам. Вот какая елка большая. Красота. Повесили, взяли хоровод. Весело, весело.